Всем привет! Сегодня у нас большой закуп. Для этого мы приехали в большой маркет. Не те, которые обычно находятся рядом с домом, где мы закупаемся по мелочи. Сегодня будем закупаться по-крупному. Я покажу, как выглядят корейские гипермаркеты, что в них продают. Также покажу, сколько что стоит. К сожалению, в маленьких маркетах рядом с домом не бывает такого выбора детского питания. А в больших есть абсолютно все. Поэтому мы приехали именно сюда, чтобы закупиться детским питанием. Здесь разные закуски для детей. Смеси. Супчики готовы уже, которые можно просто разогреть. Эта присыпка добавляется в рис. Получаются рисовые шарики. Чумукбаб. Даже детский ким продают, водоросли сушеные. А еще есть детский соевый соус, детская соль, даже соус тынзан. Из бобов. Есть также детская карри. Выбор огромный. Вот эти вот упаковки здесь находятся. Ризотто. Также карри. Паста. Все это можно смешать с рисом. Все уже готовое. Ну и вот как у нас в России продаются в пачках таких вот, тут в основном не сладкие пюрешки, а кашки мясные. Вот пюре есть из тыквы и банана. В основном, конечно, рисовые каши. Но выбор здесь большой. А вот хип есть даже в России. Выбор огромный. Я уже набрала кучу всего. Ельки. А вот отдел с детскими витаминами. Вот это детский пробиотик. Женьшень для детей. В виде желе. Здесь уже сладости. Весна без сахара. Вегетарианские чупа-чупсы. Разные напитки, чаи, молочко детское. Чем сам говори? Ира! Раньше в Корее продавали только в основном такой вот сыр ломтиками. Но сейчас можно найти другие виды сыра. Я нашла даже такой. Хочу сделать горячие бутерброды, но также нужно найти колбасу. Колбасу нужно покупать в русском районе. Здесь такой колбасы не будет, как у нас. Вау, прям. Выбор сыра очень большой. В обычных маркетах, маленьких, рядом с домом, такого выбора не бывает. Даже есть такой вот сыр. Вау. Ну а сейчас мы в косметическом отделе. Сестра мужа советовала купить такой вот лосьон для тела, для Эля. Он подходит для кожи у детишек, у кого есть атопический дерматит. Так что возьмем этот лосьон. Тут есть еще крем для лица, лосьон для лица. Нам нужен для тела. Здесь также уходовая косметика, всеми известный стик от бренда Кахи. Вы могли его видеть почти в каждой драме, которая выходит в последнее время из новинок.
центеллой тоже тут есть косметика. Вот здесь вот популярные крема для глаз. Ой, Элька, как вы видите, сильный дерматит прям, ну, в последнее время из-за холодов. Вокруг глаз тоже, рот, по всему телу. Мы по рецепту получили мазь. Она помогает, но выдают вот по такому тюбику 10 миллиграмм. Очень мало, так что мы часто ходим к врачу, чтобы он нам выписывал новую мазь. Здесь также продается одежда. Можно в одном магазине купить... Получается, и продукты, что-то из косметики, даже одежду. Вон там вот есть отдел с палатками, вещи для кемпинга. Очень-очень удобно. Для нашей семьи подойдет такая палатка. Есть еще такая вот огромная. Столик можно поставить внутри. Стульчики, скамейки, елочки продаются. Ой, все это мило выглядит. Вроде бы немного купили, но $150 уже превысили. Что такое, сына? Хотелось бы вам также показать комнату для кормления. Я бы ее гисла. Можно покормить ребеночка. Есть шторки и пеленальные столики. Здесь можно подмыть. Есть горячая, холодная вода. Микроволновка. Ну все, дорвались мы. Возраст такой уже интересный, всякие такие вот штучки. Вау, скажи вау, да? Поиграем в хоккей? Лето! Да. Ах, была бы у меня наличка, но налички у меня, к сожалению, нет. 1000 вон стоит попытаться. Ну а здесь можно взять коробку. В нашем случае, мне кажется, нужно будет 2, чтобы положить наши продукты. Вот сейчас собираю все. Вроде немного купили, в основном детское питание. Не знаю, почему у нас вышло на $150 примерно, может чуть больше. Я обязательно прикреплю валюты в других странах. Да, тут мы купили все для детей, в принципе.